Это пингвинчик, Стас. Призрак нам руки распускает. И она вот... Опа, ча. Ну нет, ну все, я понял. Ну. Okay. О, нифига, что за колечки? Это собачьи какие-то колечки? А давайте не пойдем никуда, будем просто их вкидывать колечки. Я забил, ура! Я сделал. Я 10 лет шел к этому. Раз, два. Я баскетболист. Ого. Не, я пойду мячик покидаю. Я гол забил, если что. О, фига ты пингвинчик. Вы слышали это? Нормально все? А? Нормально, говорю, все? А? Тебя, видишь, корона рядом. Да, королевский чисто. Королевский лис. Умничка. Подойдите сюда, помните этот, который борщик, салатик, вон этот вот? Был хороший борщ с капусткой, но не красный. Вот это он. Я взял. Я взял фотографию собаки. Она нам пригодится. Да будет свет, сказал электрик. Я не говорил. Свет есть. Я ем. О, нормально. А он может быть в этом, на кухне, в ящиках? В ящиках? Это он может. Извините, испугался. Я думал, собака запищала. Кто в туалете? Я какаю. Тогда давай запремся здесь. Согласен. Я нашла комнату. Я тоже комнату нашел. 5 градусов. А вот еще одну комнату. Тут много комнат. Так, мне камеру поставить, правильно я понимаю? Это не надо. Правда. Мы не на тот YouTube снимаем. Просто я немножечко шалю. Не надо. Я знаю. Вот это контент. Мужскую дружбу тут устраивает. Майнкрафтскую мужскую дружбу. Чёрт, я с алмазным мечом буду. Слышите, а тут 6 мест, чтобы поесть. То есть накрыли для 6, наш 4. Призрак 5. Кто 6? А. Может быть призрак 2. Собака. Тут вот такая штучка разноцветная, кто возьмет? Я не по таким штучкам. Я готов взять вот эту фиолетовую штучку. Я по фиолетовым штучкам главный. Зачем ты ее зажег? Извините. Она не бесконечная. А, я пойду тогда. Никто меня не слушает. Ой. Призрак? Это что, призрак? За дверью прячется. Прям за дверью? Да. Иди он сюда. Живет, да, такие ручки такие торчат из-за нее, короче. Свет включен. Бу. Пустите обратно, пожалуйста. А в шкафу не спрятаться, там коробки. Это скелет. Дверь заперлась, алло. Ты так сейчас будешь, что... Я спрятался. Я возле толчка сижу. Вот он здесь. Меня убили, да, меня убили. Ага. А что вы сделали? Я умер. Ты что, ты шкатулку нажал? А ты, сделай. А что я сделаю? Мне показалось, это обручальное кольцо. Шкатулка, короче, если вы ее нажимаете, она начинает играть. Показывает. Появляется призрак. И вы танцуете. Я еще умер, сила ее. Опа. Ты убегаешь, подожди меня. О, я вижу его. Он я в точке. С топором идет. Все, нам конец. Лиз. Это я умер, да? Да, это я. А что, она здесь была? А. Да, вот сейчас умер. Вот. А, ну вот, все тогда. Сзади. Ну и все, я пойду тогда. Пойдем отсюда. Ну все, давайте. Всего хоро. Шего. Блин, я никогда таким активным не был. У нас в итоге никаких улик нет, ничего нет, да? Да. Класс. Но можем уехать и начать заново, как трусы, а можем... А если мы самые жесткие, вот и все, хаваю. Если мы самые жесткие, можно не хавать таблетки. Не, я жесткий с таблетками. Чайник, привет. У-у-у. Классно, сейчас будем смотреть. О, нифига. Пацан, нормально все с тобой? И у тебя есть еще один слот? Да. Ты можешь взять крест. Соль для ванны могу взять. Крест лучше. Ладно. Соль вообще не поможет в жизни, запомни. Погодите, вас что, трое? Я ничего не понял. Нас 7. Тогда понятно. Что, мне крест здесь кинуть или когда да, надо? Кидай посередине. Все, отлично. Не уходи, просто выйди за пару к этой комнате. И беги.
Нет. Да. Как тебя зовут? Сколько тебе лет? Выглядит страшно. Мне кажется, он призрак. Слушай, а ловко ты это придумал. Ты хочешь нас убить? И что он ответит, типа... Yes. Скажи что-нибудь. И поговори со мной. Слышали? Сказал. Я он сказал. Пойдем отсюда. Он сказал холод, ему холодно. Пойдем. Я не могу предметов касаться, это как... О, могу. Да. Эй, не трогай мою жопу. О, тарелка. А можете завтрак принести, пацаны, если что? На тарелку только. Спасибо, я знаю. А что еще нужно узнать? Я бы хотел узнать, почему ты глаза красишь. А мне нравится. Я понял. Ну вот, смотри, кота принес. Кота? Где? Ну, о! Блин, кот теперь наш. Рассудок нормальный. Есть подозрение, кто это? Под седьмым номером? Абема. Положу. Блин, мне нравится, они выносят все из дома. Это не только помощь призраков, а еще и заработаем, пацаны. Я тебя сфоткаю, если что. Че? Тебя съели? Призрак нам руки распускает. Тебе что-то не понравилось? Она меня напугала, он свет не любит. Короче, Тамара, пойдем отсюда. Хе-хе, пойдем. Ладно, пойду без фонарика, я свети. Если я упру в стену и умру, виновата ты. Смотри, видишь, тут лежит кто-то. Можешь да. его сфотографировать. А я уже сфоткал, естественно. Дверь с фоткой. Чью? Вот эту. Фоткай. Или нет? Подожди, какую дверь она трогает? Мою. Иди сюда, в комнату. Не хочу. Короче. О, макбук. Он появляется, здесь? И ты его фоткай. Ага, и я умираю. Нет, вот не обязательно будет. Здесь крест пока лежит. Все, понял, что? Давай. Ну, ждем, короче. Давай. Мне нравится сова, которая на меня смотрит. Может, это она? У нас будет сова в галерее. Покажи себя. Покажи жопу. Какой зовут? Мария Вячеславовна. Это учительница ОБЖ. Мне не нравится. Покажи себя. Это он или она? Я не знаю. Это Шрек. Блин, а прикинь, реально сейчас она... Покажи себя, и появляется Шрек. И ты прошел всю игру. И она вот... Опа, ча... Стоп. Обратно. Ну нет, ну все, я понял. Ну... Фоткай. О, она прям в кровати появилась. Фоткай еще. Сколько раз ты услышал? Фоткай, пока фоткай закончится. Он закончился. Какой дец. О, я вижу его. Прикольно. Красивый. Он исчезнет? Да. Нет, хорошая нам конец. Новость, это он. У меня встал вопрос. На призрака? Ну, он красивый был. Он свет не выключил. Слышишь, пойдем выключим свет ему. У него Поехали отсюда. Суд на него потом заявление напишу. Так у него электроэнергию много возьмут. Да поехали отсюда. Плевать. Ладно. Собака оплатит. Пацаны, спасибо вам за новую мебель. Слышите, а тут можно на свайные пакетики кидать. Да, можно. Лис аж опустился, чтобы их поближе вкусить. Да. Это пингвинчик, Стас. Называй меня солнышко. Фиолетовое солнышко. Опа. Это что, замок? Вроде. Ё-моё. А здесь свинки есть? О, доска лучше. Кого? Чё, насос? Я хочу насос. Знать его комнату, там все дела. О, а давайте кукинг стрим сделаем. Давай. Идите все. Давай кукинг. Идите на кукинг. Кокинг. Будем разговаривать с ним. Кокинг стрим. Пока. Ты где? Прощай. Пока. Ой. Здорово. Сколько тебе лет? У меня выпало. Где свинки? Кто из вас... Смотрите. Кто посчитает, сколько мух на ленте, дам 45 рублей. А чё, он не идёт к нам? Он на втором этаже, походу. В смысле на втором? А, на втором этаже. Беги, кто на лестнице, я сейчас умру. Сейчас мир. Куда бежать? А чё вы дохнете-то? Да потому что я сказала, я не могу завершить разговор с доской, если отойду, начнется охота. Не могу завершить разговор с доской. Бедная Вика. Я бы обиделся, я был бы доской, я бы обиделся. Я хочу, знаете, что сделать? Сфоткать чего? А почему зайчики с друг с другом здесь? О, нифига. Чего же бутылка стояла на кресле, интересно. А, у меня! Бля!
Ах ты собака, конечно, сутулая. На третьем этаже в этом подвале небесном. Блокнотом лежит и между камерой и блокнотом. Во! Слышишь, Лиз, смотри. Смотри, стой. Такой черный. Я понял. О! Хорош. Это дженга какая-то. Подожди, стой. А что, давай в дженгу играть, слышишь? Давай. Дженга наоборот только. О, ты сломал. Развлекаемся с кроликами. Как вам название, нормально? Женщина. Ябно. Смотри, это что такое? О. Или это ты не видишь? Че она прыгает? Она не прыгает, она висит просто. Че? Она прыгает. У меня висит. Она прыгает. Я вхожу в туалетку.